Что, вот сегодня четверг, наверное, или пятница, или что? Или все. Да. Этого никто не знает. Короче, третий день от Рождества Христова, когда мы сюда, как мы сюда добрались. Тетя Люся, привет! Костя, не завидуй! Я в телевизоре, здесь все плохо. Температура вполне адекватная. На улице или в доме? 42. В доме, вон, блин. Не вру. Кто в этом виноват? Вон там. Вон там наш покемончик лежит. Человек-парень. Полночи вчера. Топил нам печку. Ага, дрова умол. Чтоб было хорошо и тепло. А на улице вот такая красота. Опять же вниз опускать не буду, потому что ночью прошла стая лис, волков, зайцев, лосей. И все ходят почему-то под наш дом. Очень красиво. И тепло 11 градусов. Сейчас поедем снимать жерлицы вчера. Там штук 30 мужики наставили на озере. Вот. Принесло техника. Проблемки у нас небольшие. Но надеемся, сегодня справимся. Мы третий раз вернулись в дом, потому что все чего-то забывают. Вот. Aufnahme. Aufnahme. Пошло. Это мы собираемся на озеро. Ключи у тебя. Вон наша. Евгений ползает по сугробам. Там провода, как там, да, наверное. Провода внизу. Посмотри. Приключение продолжается. А вот так, чтобы нам скучно не было. Грусть, тоска в глазах от гуси. Бу-бу-бу, бля. Так. Но погода сегодня просто, блин. Погода отличная, все остальное плохо. Шутка. Нужен ключ на 10. Нужен ключ на 10. Я уже снимаю. Так, ключ на 10. Ключ. Сейчас, подожди. Но все равно хорошо. Пьем чай. Да. Он ключик будет. Сидим на самые главные.
нам скучно не жилось, нефиг и привыкать. Ну да. Очередная поломочка. Но сегодня, если позитивное, Саня объехал любимое место и умудрился не завалиться. Да, это ладно, это не считается. Завал, завал. Так мы на полпути. Здесь ручей. Вот, ух ты, один за другим, ничего себе. А, говорит, пельмени забыли, будем жарить, говорит, окуней. Фига себе, глухозимье у него. Да. Вот, повытаскивают всех маленьких. Крупные на лето останутся. Там у нас Митина. Вот такая красотень у нас. Солнышко вышло. Там мужики вдалеке собаку делают. Вообще, конечно. Молодцы. А, вот он, мохнатый шмель. Ловили уже. Александр. Не клюет меня, однако. Закон Павловича не соблюдаю. По мере увеличения рыбы будем идти. Это мое. Поймал. Тут даже не буду называть фамилию. Кто где когда надо послать, а кто поймал вот это. Ну, ладно, пожалеем телефон, потому что не жарко, не очень красиво. Ну вот, наши друзья намерзлись, но сделали таки собаку эту несчастную. Нужно было железяку убрать, я говорил. Я ничего-то не говорил. Короче, все много говорим Юрию спасибо за идею. Палец убери от камеры. Воспользовались мы ею только на третий день. Но это без разницы. Зато у нас собака теперь как новая, да? Потому что Женя ее просто с ног до головы перебрал. Он ее там перебрал всю, да. Да, осталось только это, скажи мне. Если бы она была на подшипниках, он бы и подшипники все перебрал. А так она на сквизы. На сквизы перебрать. Надо было еще картерную крышку снять еще, да? Да. Посмотреть ее, это как его.
выставлено. И это все, да? И это все, да, было. Это все, я думаю, больше там ничего не было. А там больше ничего и нету. Да ничего нет, можно было сразу подшипники проверить. Да. Ну вот мы их греем просто маленько. Пельмени забыли? Пельмени. Да, вот это, вот этот. А я при чем? Да. А кто ведро пельмени положил? Кто, кто? Андрюха? Кто еще? А кто это ведро держал в руках? Андрюха держал тоже. Ну ладно. Нам это хорошо. Нам это... Войди. Думали мы, думали, и наконец придумали. Ура. Пельмени забыли? Пельмени забыли, но зато вот такой у нас. Чего горячий? Вау. Это просто вау. Давай выключим, да? Подожди, тепло же идет. Так, а что тепло идет? Я ловлю здесь рыбу. Вот она. Это последняя окунь в озере. Последняя окунь в озере была. Тут сложные бутерброды. Очень сложно. Что, прям можно брать, да? Нет. Кого? Вот неугомонный-то. Шмелина. Горячие нельзя. Мы ждем, когда они остынут. Нельзя горячие. Это можно? Обожгешься. Да. Блин, снимает же. А тут там утюгается. Красиво, 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 красиво. И, наверное, вкусно. Это хамбургер. Хамбургер? Это дюссельдорфергер. Нифига, это не эрингер. Вот время уже без 24. Заканчивается наша рыбалочка на Захарова. Вот. Пока греем собачку. Вторая собачка на другом берегу. Снимаем рогатки. Походу ничего не попало. Да, ну здесь ловится сегодня вот такой вот окушок только. А так, красота, морозяка. Да. Так что вот, все вроде бы неплохо, только техника немножко барахлит. Приходится постоянно что-то шаманить. Сейчас с ребятами соберем все и поедем домой, до хаты. Мы сегодня забыли пельмени дома, хотели нажарить. И получилось, что закуски-то у нас и нету. Поэтому, да и в принципе, и выехали поздно из дому. Спим, любим спать. А здесь спится очень хорошо, вообще замечательно. Такие вот дела. Все, всем пока. Попал я не зря сюда. Вот это фирменное блюдо мужиков с печи. Как называется? Рагулька какая-нибудь? Рагулька. Рагулька? Рагу какой-то. Просто. Короче, здесь курочка, картошка. Рыбацкая рагулька. Да. Морковка, капуста, все, и все это. Подожди, ты ему даешь-то, блин. В печке настоящей. Чего ты куда вперли опять? Русской печке, правильно, да? Да, в русской печке сварено. На маленькой доваренке. В общем, вот такое счастье нас тут после трудового, тяжелейшего, тяжелейшего дня ожидало. Вон самый главный рыбак у нас. Нарыбачил сегодня от души, блин, просто. Намахался от рука, блин. Вот здесь вот только мышка выросла. Я кричил, блин, чтобы рыбу вытащить. Чтобы нас вывести. Да. Там вот на дни как-то надо. Ну ладно,